Привет всем! Анталия Кемер, отель Армас Бюрт. Наша территория. С нашей стороны второй линии бассейн. Горки лежат. И горки, кстати, работают только с часу до трех. И день сурка. Я иду на пляж занимать лежаки. Сегодня пойдем по другой дороге, потому что многие интересовались, как можно пройти к пляжу, как пройти по тоннелю, я уже показывала. Здесь вот у нас растут апельсинчики на дереве. Вот все усыпано. Сегодня что-то кошек не видно, очень много. А вот они сидят, красавицы. Сидят. Играют, прыгают по деревьям. Вот они, красотки. О, пожалуйста, пантера какая красивая сидит. И маленький. А мы идем поверху. Впереди вот уже видно корпус основной первой линии. Сейчас будем переходить дорогу. Здесь такие странные номера есть. Называются номера для путешественников с животными. И три корпуса. Постарее слева и справа. И наш, мы живем на втором этаже, в основном корпусе, где ресепшн. У нас номера очень хорошие. Номера после ремонта. Номера все разные. Люди жалуются на некоторые. Отзывы неоднозначные. И вот въезд. Я стою спиной к воротам. И с правой стороны от меня Армас Гюль Резорт. А с левой стороны Армас Бич. Это две разные территории. Одна территория на первой линии, вот к ней я иду, а наша на второй линии. Ребята, рекомендую жить на второй линии, потому что там гораздо спокойнее, тише, приятнее территория, чем первая. На первой там музыка, дискотеки гремят и из соседнего отеля. Отель с этой стороны охраняется, со второй стороны не охраняется абсолютно. Доброе утро! Здесь есть стоянка, можно на прокат взять машину, но это не очень выгодно теперь, потому что бензин подорожал. И вот так вот выглядит наш отель. Можно взять на прокат самокаты. Заходим в вход. Здесь сразу сидят гастролейшн, которые решают все ваши вопросы, если у вас возникли проблемы. Лифт. И идем. Здесь вниз можно спуститься, взять полотенце. Здесь есть мини-клуб, бар, ресторан, лобби-бар, бич, фитнес-центр. Лобби. Здесь делают делают вечером очень вкусные коктейли. Ну и подают разные напитки. Вино, пиво и крепкие напитки. Здесь десерт, кофе, чай. Так, диванчики выглядят симпатично. Лобби. Достаточно много места. Я не видела, чтобы много народу тут сидело.
Вечером достаточно свободно. Никакой толкотни нету. И мы сразу выходим на террасу. Терраса с видом на море. Вот как раз сейчас восход. И здесь можно поесть наверху. Одна терраса. Здесь вторая терраса. Ну, подниматься сюда с тарелками, конечно, не очень удобно. Солнышко поднимается. Народ уже озабочен. Занятие мест идет на пляж. Да? Почему утром так не было? Вид на горы сегодня. Дымка и облака. Обещают дожди сегодня. Два дня. Температура воздуха. С утра 25 градусов, а днем доходит до 32. Здесь эстрада и мини-клуб. Вот наш ресторан. Ну, куда же без кошек опять. Завтрак начинается в 7 утра до 10. Есть поздний завтрак. Обед с 12:30 до 2. И ужин с 6:30 до 9. Здесь подают фрукты и жарят спагетти вечером. Ларек. Здесь подают кофе со сладостями. Кофе, кстати, очень вкусный. Здесь перекусы. Начиная с 11 и до 4 вечера. И мороженое подают только в течение обеда и ужина. Солнышко уже практически встало. С утра здесь убирают, впереди бар. Оливки, кстати, растут на деревьях. Сейчас покажу вам. Здесь ресторан «Ля Карт». И вот так оливки растут. Уже поспевает. Я спускаюсь к пляжу.